Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. Бесплатную землю хотят выдавать не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. В Госдуму внесен соответствующий законопроект. Автором его стал заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, сообщает портал «Роснет». Предполагается, что раздавать россиянам будут участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Так предлагают вовлекать россиян в производство сельхозпродукции, решать проблемы заселения отдаленных территорий и запустения земель. Напомню, 1 февраля стартовал третий этап реализации закона о дальневосточном гектаре. По нему любой житель страны может стать обладателем участка на Дальнем Востоке. Через 5 лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность. Дайджест недвижимости. У Валерия Крепостного 39 объектов недвижимости. Это самый большой список среди всех депутатов областного ЗАГС-собрания. Накануне на официальном сайте ОЗС были опубликованы декларации об их доходах. У предпринимателя Валерия Крепостного 21 земельный участок общей площадью в 30 гектаров, 23 нежилых здания и помещений площадью от 1,5 до 5 тысяч квадратных метров и 2 жилых помещения в 35 и 56 квадратов. У супруги Крепостного, кроме нежилого помещения и нескольких земельных участков, в собственности есть 2 дома в 680 и 360 квадратных метров. На втором месте директор агрофирмы «Осокина» Александр Владимиров. В его собственности 35 объектов, в том числе, например, 13 земельных участков общей площадью в 530 гектаров и 13 зданий, среди них фермы и склады. У президента компании «Движение нефтепродукт» Сергея Киселева в собственности 17 объектов недвижимости. Это 4 участка земли общей площадью в 78 гектаров, по 4 жилых дома, квартиры и хозпостройки, а также 1 гараж. Все эти депутаты представляют «Единую Россию». У председателя ОЗС Владимира Быкова земельный участок в 14 соток и жилой дом в 313 квадратных метров с совместной собственностью с женой. У 2 депутатов, оба они от ЛДПР, нет никакой недвижимости. Это Виктор Бушмелев и Татьяна Веселова. Дайджест недвижимости. Застройщиков в Кирове стали проверять в 2 раза чаще. Теперь комиссия, следящая за порядком на стройплощадках, выезжает в рейды 2 раза в неделю. Так пресекают вынос грунта и мусора с площадок и другие нарушения. За первый месяц таких частых проверок специалисты Теруправления Ленинского района выявили 7 нарушений, 6 из которых застройщик оперативно устранил. По одному нарушению составлен административный протокол. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.